3 августа загорелся государственный заповедник имени Смедовича на территории Республики Мордовия. В связи со сложными погодными условиями огонь не удалось сдержать, и 7 августа он проник на территорию Нижегородской области. Учитывая погодные условия и скорость распространения огня, мною был введен режим чрезвычайной ситуации на территории города Сарова. Сводными оперативными группами очаги возгорания были быстро локализованы. В настоящее время на территории города очагов возгорания нет. Сводная оперативная группа состоит из личного состава численностью более 1300 человек и свыше 300 единиц техники. На территории работают сводные отряды МЧС России, Росгвардии, аварийные службы ядерного центра и муниципалитета. Весь личный состав обеспечен водой, питанием, средствами индивидуальной защиты. Службами мониторинга в оперативном режиме проводится мониторинг состава воздуха на предмет следов горения, а также отслеживание радиационной обстановки. За период пожара не отмечено изменение радиационного фона в городе. Оперативный штаб состоит из членов ядерного центра, муниципалитета, оперативных служб МЧС и Росгвардии. В ликвидации пожара задействованы пожарные расчеты Нижегородской области, передвижной пункт управления губернатора. Сводный авиаотряд состоит из 4 самолетов Ил-76, самолета Б-200 и 6 вертолетов Ми-8. За время проведения операции погибших и пострадавших нет.